Мы прям с работы, сказал, инструмент лопаты втыкайте и быстрее сюда. Спасибо, господи. Это наша армия, батюшка. Так уехала сколько? Тут еще было. Крещение принимали из Ливана, Италии, Германии, Франции были. Слава Богу. Это все через интернет пришли люди. Вот есть польза от него есть. А? Есть ведь от него польза, если правильно пользоваться. О, большая польза. Да. Это международная сеть переводится. Я ведь вот думаю, что слова Господа, где он говорит Евангелие, что имя до края земли, Евангелие должно быть устроено по всей земле. Все-таки, когда не было интернета, до края это не доходило. Были уголки, где не было, Слово Божие. А сейчас ведь интернет везде сделал. Везде слышат. Если неверующие не знают, верующие должны знать, кто изобрел интернет. Отец Владимир, не везде. Кто? Кто? Не знаю. Да как же так? Говоришь, нравится интернет. В том краю деревни нет интернета. Тим Бернерс-Ли, мы каждый день молимся, что Бог открыл ему. Телефон мобильный кто изобрел? Мартин Купер. Мартина поминаем, чтобы Бог обратил его. И который поисковик библейский сделал, то Тимофей Ха, вьетнамец, в МГУ учился. Вы меня про цикамент не спрашиваете, все узнать, что я дурак. Я милиция, 750 милиционеров сидят. Я говорю, у вас нашивка, что означает, не знаю. Этот флаг вне конкурса, вне конфессии. Первое, все рождаются язычники, мусульмане в крови. И у всех забота о небе. И третий, великий белый престол. 20 глава, 11 стих Откровения говорит. Вот как. Это проповедник. Это единственный флаг во всем мире, который говорит об этом. Если какие-то звездочки о Штатах, если желтые там подсолнечники на Украине, да глупости это. Это рождение, жизнь во Христе и вечность со Христом. Другого толкования нет этому. Я когда доказываю, что вот лага наша это остатки от потопа, а и в стихе у нас был, он говорит, вы так любите свои теории. Я говорю, теории нет, объясните. Как они образовались? Ну, вода. Откуда вода? Это вот начинается в деревне, вот такой ложок. А дальше уже 50 метров ширина и глубина 10 метров. Другого варианта нет. Здесь плавали киты. Все, все сели. Чего же вы так не думаете? Да окружающая природа, говорит, и небо проповедует, и земля глаголит. Мы должны все это видеть. И где бы ты ни был, у тебя с ребятишками иду, когда... Я 45 лет, как директор детского лагеря. Где мы идем? По дороге. Где слово «дорога»? Каким заменяется путь? Что написано в Библии? Оно вот так крутит их. Это проповедь везде и всюду. Во время и не во время. То есть как будто это и не время. Вот приехал в гости, а я вот тут досаждаю стою. Нет, мы для этого приехали, чтобы нам досаждали вот так вот. Спасибо, Господи. Это чудо, что вы приехали. Сколько же обещаний было приехать? Нарвался. Ну, я вот глубоко уверен. Надо было, значит, маленечко, как бы сказать, как выстрадать, приехать. Чтобы потом вот каждую травку запоминать. Каждую вы зубу, пальцем показали, зубу. Что это за трава? Камер сейчас за. У нее три названия. Канатопка, дураки не знаете. Спарыш и мурава. Три названия. И она целебная, мы ее топчем. У южных народов бывает такое лекарство, что человек ты почтет, говорит, болящим не принимать. Сушеные вши с блохами. И это единственное лекарство, которое поглощает то, что у тебя вот здесь вот. Если бы знала крупцы, она бы вылечилась. Ну вот это, у мертвого, у своего, трупа тоже. Осторожней! Сейчас стал меньше. Сколько? Было 190, стал 189. А вес какой? Так, сейчас вспомню. Да ну, 115 еще есть. 115-то есть. 15, 98. 23 килограмма лишних. Математика вам. Ну это знаете где? Это тут, а тут все не хватает. Как этот Кирилл Сахар не умер, говорит, это аналогичек у меня. Вы его знаете? Еще бы. Либо у меня переодевают стихами в проповеди там говорил. Мы с ним в одном классе учились в семинарии. Вот тебе на. Ничего себе. Ну, тем Богу.
Он у нас когда бывает здесь, бывает. Ну сколько раз. Группа ищащихся приезжал. Вот мы давно знакомы. Угадать, когда. И у нас ставка была, когда мы ездили за границу, миссионерские поездки были. У них. Он хороший, он считает, что это писатели. У вас ставки не было в Болгарах, вот это упущение. Ну, не знаю. Вы еще пока в молодости, вам бы вот это. Ну, вот так, не знали. Приехали бы, нас поругали маленько. А мы поучились чему-нибудь. А то нас там задержали. Я хотела спросить.